Креативная учительница биологии в Австралии решила объяснить детям строение тела на собственном примере. Для этого ей пришлось взобраться на стол в классе и раздеться. Дебби Хиеркинс, преподаватель биологии в Нидерландской школе Зеленое сердце, Райнвуде в городе Хазерсвоуди-Дорп во время занятия, посвященного строению человеческого тела, встала на стол и разделась перед учениками. Вначале педагог залезла на учительский стол и сняла перед учениками среднего звена школы пиджак, брюки и топ. Под ними оказался костюм, изображающий мышечную массу человеческого тела. Затем был скинут и этот костюм, под которым оказался костюм со скелетом и внутренними органами человека. Что правда, под верхней одеждой на учительнице была специальная форма с детальными изображениями структуры органов, мускул и тканей тела. Это просто креативный подход к объяснению анатомии, рассказала Хиеркинс. Кроме того, под формой, отображающей расположение органов в теле, на учительнице была также одежда с изображением структуры скелета человека. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.